Лучшие образцы промышленного производства, уникальные продукты и технологии представили белорусские производители на масштабной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Промышленный форум – один из самых крупных на территории СНГ в этом году. Участие в выставке принимают около 300 компаний из 30 стран. Беларусь является одним из ключевых участников мероприятия и представляет на выставке свою экспозицию, на которой демонстрируются новейшие разработки в области машиностроения, металлургии, интеллектуальных технологий и других промышленных сферах. Белорусские компании уже имеют успешный опыт работы на рынке Узбекистана и готовы к дальнейшему расширению своих бизнес-отношений.